Все считают, что я родился как нищий, жил как пророк, умер как преступник. Однако враг-человек скрыл то, что моя жизнь в Евангелии – это помесь жизней совершенно разных людей. Тот, кто родился от девы – это результат генетических экспериментов 17 века из Европы. Рождество Христово, христиан или крестьян, январь 1700 года. Смерть Христа – это смерть российского императора Николая II, хотя по факту он был первым. Иуда-предатель Гришка Распутин, который предал Христа царя коммунистам-антихристам. Имя Николай до сих пор пишется на православных распятиях. Но самое главное – тот, на чью долю выпадет чаша страданий, родился в 1985 году, спустя 62 года после восстановления Москвы и Иерусалима в 1922 году, как пророчествовал Даниил. И он еще выведет свой народ в рай или за ледяной круг Антарктиды. Имеющий уши, чтобы слышать, пусть слушает.